Извечный вопрос. В чем же есть смысл жизни? Почему же так трудно его отыскать? По натуре своей мы же люди капризны и простейших вещей не хотим замечать. Вдруг тебе улыбнулся случайно прохожий, теплый солнечный луч ощутил на щеке. Тот в ночи поцелуй, что доводит до дрожи, и радость в том самом желанном звонке. Объятия родных и слова. Я тобой горжусь. Вкусный завтрак в постели, рядом чашка горячего кофе. СМС от него я скучаю и скоро вернусь. Оборвать поцелуем ту глупую ссору на слове. Танцевать под любимый мотив, разливая смехом. Ощущать ритмы сердца, друг другу смотря прямо в глаза. Всей душой восторгаться своим и чужим успехом. И от счастья пусть льется немая слеза. И если я снова задамся вопросом, для чего мы живем, у меня спросят вновь, то я, вопреки планетарным прогнозам, отвечу: на свете есть только любовь.